объектом санкций американских, европейских и санкций прочих союзников Вашингтона. В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас, с использованием современнейших западных вооружений, в результате этого Россия стала за этот год существенно крепче, и единство нашего народа возросло значительно. Мы готовимся к тому, что цели, которые были поставлены, будут реализованы. Демилитаризация, денацификация, от этого никуда не уйти. Мы активно работаем с развивающимися странами, особенно в контексте того, что Запад действительно сейчас меняет свою тактику. Может быть, даже задумывается и об уточнении стратегии, потому что если стратегическое поражение России – это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском. Это все уже понимают.